Егор Борисов передал право представлять Якутию в Госдуме Галине Данчиковой. Об этом он сообщил на официальном сайте главы республики. В новый состав Госдумы по партийным спискам проходит 140 депутатов-единороссов. Один из мандатов в честной борьбе завоеван кандидатами от Якутской региональной группы, которую довелось возглавлять мне. Как действующий руководитель республики, сохраняющий обязательства перед своими избирателями и желая в полной мере реализовать все, что планировал сделать на этом посту в интересах своих земляков, я передаю право представлять наш регион в федеральном законодательном органе второму номеру списка Галине Иннокентьевне Данчиковой, говорится в сообщении.